Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, зайдем на арену, заберем наш запрос, это 15 крипты. И ерунда. Даже денег мало заплатили, всего лишь 5000 из 12 доступных. Ладно, ребят, я не жадный. Просто капельку обидно, что вот так вот они сделали. Ну что, я, наверное, беру вот эту команду. Как всегда, эта команда у нас идет первая в бой. За счет кого? Правильно. За счет молотильщика. Он самый быстрый, самый шустрый. Ага. Вышла черепаха Нати. По шиям. Все. Но это, ребята, делается для чего? Для того, чтобы получить нашу награду. Так, а вот это уже интересно. Блин, я думал, друидка будет разыгрываться, а тут, к сожалению, ведьма. А ведьма у меня, ребята, по фулке прокачана, так что я не хочу. Так, выбираем опять же отряд наш. Отправляем его на тренировку. Так, друзья, ну что у нас? Мы на долине подданных, да, остановились, получается. Ё-моё, это самое начало почти. Так, долина подданных, кто против нас? Пришелец, морпех и жаба, блин, с пушкой. Ну давай я, наверное, возьму вот эту команду. Единственное, что здесь вредителем будет, ребята, это пришелец. Ну, для меня, по крайней мере. И вот что мне тут прикажешь делать? Вызывать молотильщика и прикрывать его... Да я даже не знаю. Ну давай я... Ой-ой-ой. А если я БФГ позову? Блин, тут морпех. О-хо-хо-хо-хо. Ну не надо. Смотри, что творит, а? Серьезно? Блин, ну нам повезло. Ну если это можно назвать, конечно, везением. Так, опять этот слизень морпех, блин. На, а почему ему так мало досталось-то? Эй! Так. Почему ему мало досталось? Тут стоял чувачок, мы в него бомбанули. Ну, не мы, а БФГшка в него вжарила целый луч. И он выстоял. Чихать мы хотел на этот луч, который мы там сделали с тобой. Ладно. Ну, куда ты лезешь, а? Пришелец этот лезет постоянно. Так, ребят, ну что, двигаемся тогда дальше. У нас четвертый поединок. Опачки. Опачки. И пришелец, и воблер, и кого только здесь у нас не будет. Слушай, это не та ли команда, где воблер? Ой-ой-ой-ой, это воблер. Да-да-да-да. Этот пришелец пойдет вместе... Пришелец полетит вместе с ползуном. Вот как оно, по-моему, будет, друзья мои. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, смотри, 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 что делает. Да, блин, ну какого фикуса, блин. Зашибись. Обоих. Обоих, обеих. Ну, я возьму пришельца тогда. Ой, господи, о чем я говорю, какой пришелец. Я, ребята, беру деда. Так. Дед Востушу подед. Плюс там поможет ему воблер. Плюс мы с тобой выпустим корни. Да не реагируй ты уже на него, дед. Не реагируй, он провоцирует тебя, этот пришелец мелкий. Он просто тебя провоцирует тупо. Так что даже внимания обращать не стоит. Ну давай, родной, вжаривай тогда уж по полной программе. Я еще одного служителя тьмы позову. Все. Размотали, ребятушки. Так, ну тут понятно, ребята, этого Гаврюшу. Да, здесь будет
такая вот команда. Пришелец вместе с ползуном. Они, по-моему, в паре здесь будут. Да, ребят. Да ядрен, матрен, ну и урон получил, да ну нафиг. Да что ты там пшикаешь, пшикает он мне. Конечно, это полная бредятина, ребят. Тогда нам надо что-то другое делать. А чем мы сделаем другое здесь? Ну, давай попробуем этой командой. Пришелец этот дебильный. Бесявый пришелец, ребята. Просто-напросто бесявый. Если я возьму ниндзю. Ну вот ниндзю, например, да? Ах ты! Ты смотри, что голодранец сделает. Ты видел, что он сделал? Да, ты, конечно, ты видел. Он сделал пакость. Блин, это слизень морпех еще его спасает. Но не спас. Друзья, мне, наверное, надо... Ой-ой-ой-ой-ой, он уже вызвал. Он уже вызвал. Ну хорошо, гад. Ну хорошо. Так, мне нужно срочно, ребята, это. Давай в телегу, хотел сказать. В клетку. Все, родной, сиди там и не пыхти. Смертушка твоя в клетке будет. Да. Вот именно эту комбинацию, ребят, я всегда и не любил. Когда пришелец идет с ползуном. Ой, довольно противная комба. Но мы справились. Ну вот здесь хотя бы денег дали 12 500. Так, друзья мои, у нас территория нежити, которая... Ага. Слушай, тоже противная команда. А здесь зомби-камикадзе плюс... Так, исследователь завершено у нас. Здесь зомби-камикадзе и этот зомби-скоростной. И все это так вот... Блин, неприятно в том плане, что... Ну, сейчас будут взрывы, ребят. Сейчас будут взрывы, много мяса будет. Возьму БФГ, не знаю, поможет ли мне это. Эх! Давай, через корни. Угу. Взорвалось. Блин, сижу, жду, думаю, где 350? 350 почему-то нет. Да потому что энергии не хватает. Господи, что ты? Нормально. БФГ-хи только отлетают, ребят. От эпицентра взрыва. Все. Ну, прекрасно. Здесь все получилось как надо. Квесты забираем и продолжаем. Второй этап. Когтисты здесь как... Ну, только когтисты, ребят, прибавляются к этой команде. К этой команде прибавляются когтисты. Так, не надо. Не надо, дядя, вали отсюда. Так, здесь перекроем. Блин, ну куда ты лезешь-то? Ну, он сейчас быстро тут будет уничтожать. Слушай, вы... Смотри, выжил мой этот молотильщик. Ух, блин, ну здесь, конечно... Здесь, конечно, смерть. Что там, блин, творится? Я вообще не понимаю. Как ты мне дорог, а?
Он меня раздражает. Особенно, когда он выпускает свой черепок. Давай деда, что ли, позовем? Я уже не знаю, что делать. Давай деда позовем, фикси. Я выпущу корни, вызову деда и голема. И дед сейчас тут начнет, как говорится, наяривать трясогусочку. Вот как-то так. Как-то, друзья мои, так. Давай, наверное, тут банши прибавляется. Ну, я думаю, что вот эта команда, наверное, справится. Мне нравится в этой команде ниндзя. Она, в принципе, и банши очень неплохо контрит. И, в принципе, зомби-камикадзе тоже она держит, как говорится, в ежовых рукавицах. А вот против зомби, по-моему, она чуть-чуть проигрывает. Чуть-чуть. Ну, подходи ты. Отлично. Прекрасно. А вот сейчас посмотрим. Да, вполне контрит, очень даже неплохо, ребят. Вполне даже неплохо она контролирует эту всю, так скажем, ситуацию. Ну, а тут уже, как говорится, грех было не давить это все дело. Так, мы с тобой двигаемся дальше. Смотрим. Предпоследний поединок, здесь прыгун у него. Здесь у него прыгун. А мне придется, наверное, контрить именно через щитобота, да, скорее всего, и паладина. Потому что, ну, нельзя позволить, чтобы прыгун здесь суматоху разводил мне. Да. Так, значит, в первую очередь, ребят, берем Палыча. Да, вот началось. Ты посмотри, сколько он у паладина, ребята, отнял здоровье. Блин, зря я взял, сейчас же взорвется. Да, и всех накрыл. Вот это зря, конечно, мы делаем так, такую вот фигню. Ау! Прыгун? Вот это я, блин, не вовремя, друзья мои, выставил. Вот это да. Вот это вот фигня полная. И он... Ой, еще один. И чё? И чё, и как? Понятно, короче. Ребят, вызываю друидку. Я в шоке. А успею я? Должен успеть, ребят. Да иди ты в пень, блин! Так, мы успеем отхилять свой замок? Я думаю, что успеем, наверное. Наверное, блин. Так, я взял баллисту, поставил. Он достанет меня, а? Зачем ты так делаешь, Рэй, блин? Так опасно, ребята, делать, потому что когда мы притягиваем к себе, он все ближе, он потом же у него ярость дальше продолжает срабатывать. 25 секунд, что-то не совсем не нравится этот расклад. Да, блин, ну 16 секунд, эй! Ты вот сейчас серьезно? Да, мы не успеем, друзья. Пфф. Я в шоке. Я давно так не проигрывал. Ха. Офигеть. Команду тоже взял, блин. Да нифига. Нет. Щенки. Буду их разрубать, ребята, всех. Достали. Фига они там устроили, блин.
Да мы долго здесь стояли, возились, потому что, блин, пока эту друидку накопил, пока ее отправил, блин, это, в общем, сам все видел. Давай сюда, иди. Плешивый, сейчас получишь у меня по первое число. А? Съел? Разогнался он там. Блин, жалко, конечно, Ронина. Ну а что делаешь? Судьба у меня такая. Ничего тут уже, ребятушки, не поделаешь. Да ядрен ты, матрен, ну... Ну зачем ты сунулся-то? Прям в эпицентр... Ай! Хорош. Но, честно говоря, не очень правильно мы сделали, потому что потратил все-таки, ребята, энергию на топовом, так сказать, отряде. Так, а что у нас тут? А, у нас тут дедушка, да? Будет, скорее всего, боссом. Вероятнее всего. Так, банши выбежала. Плюс зомби. Банши плюс зомби. Ну, можно Ронина вы... Не, давай вот так, наверное, сделаем. Ну, понятно, Ронин, как всегда, в своем репертуаре. Вот это вот мразота бесявая. Да. Просто одним взрывом взяла и нахлобучила. Слушай, а вот это что такое? Я не понял. Иди отсюда. Притомился он там. Притулился, я бы даже сказал. Ну и куда ты вылез? Вылез он мне. Блин, офигеть, летучая мышь только одна осталась. А? Все сдохли. Это зомби-камикадзе, ребят, постарался, да? Молодцы! Есть. Фью. Там мог бы удар, ребят, конечно, сделать. Но не успел. Я еще Ронина там как раз успел подкинуть. Так, ну и что тут? Так, друзья мои, нефритовая долина. У нас следующий, блин, тигр. У нас тигр плюс... Ну давай вот эту команду, блин. Видишь, у тигра вот эта вот душа его, которую он выпускает, она сносит практически всех у меня здесь. Ну, кроме, наверное, кроме Джиггернаута. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Тютелька в тютельку только поспеваю. Ты заколебал уже, а? О, ну что, Джиггернаута вызываем? А вон там, там, ребят, тигр, блин. Тигр плюс копейщик несчастный. Ну, я тогда ниндзя возьму. Если что, клетка есть. Но она не понадобится. Я уже думал в клетку его ловить. Ну, тигра. Ну, если что-то думал, пойдет не по плану. Ну, вроде бы пока нормально. Так, здесь пес храмовый, который пугает у нас. Он быстрый, да, не спорю. Но у нас есть ползун. В принципе, ребят, фехтовальщик тоже, ну, с ним справляется. Так, я попробую сделать таким вот образом. Ну что опять? Окей. Ну давай ты уже этот хромоножку эту бомби. Сейчас душа, нет? Обычно хреново, когда тигра подбиваешь, думаешь, блин, а вылетит сейчас эта фигня или не вылетит? Не вылетает, это хорошо, а как только вылетает, сразу все, ребята, хреновенько становится. Так, ну что, третий... Воу-воу-воу-воу-воу, Ронин, блин, ребята, Ронин. Ауч. А его только через этого контрить.
ребят. И опять же его так контрит, смотри. Во-во-во, вот таким вот образом. Еще вытворяет. Сразу же после этого выпускаем вот так вот. Блин. Давай тигра, наверное, поймаем. Я уже говорил, где ты будешь хайкать. Че, успел? Это Ронин, ребята. Это Ронин успел, блин. Это, друзья мои, успел Ронин его спасти. Еще. Хмырь делает. Давай, я тогда не буду, ребята, спускаться. О, все. Прекрасно. Так, у нас энергии, ребят, не осталось вот на этом отряде, к сожалению. Но зато здесь есть две. А, подожди, это топчик у нас же. Вот. Так, ниндзя-тигр. Ниндзя-тигр. Ну, давай попробуем через... Ну, баллиста здесь мало мне, конечно, как поможет. Если честно. Всадник на журавле, ну, как вариант. Для контроля тигра вполне годится. Что-то качает... Ну, да. Да. Начинается, короче. Ну, ладно, вызовем Палыча. А, там ниндзя, блин. А Палыча тогда, ребята, будем прикрывать через... Вот так вот. Ну, еще придется, наверное, вот таким вот образом сделать. Ать, я так и думал. Я так и думал, что он именно это сделает. А, ниндзя, ненавижу. И опять тигр идет. Бесявый, конечно, этот тигр просто выбешивает, ребят. Офигеть мощи, блин. Просто неимоверное количество мощей. Давай друидку позовем, а? Ну-ка. Там пускай друг с другом дерутся. Друзья, ты, главное, успей дойти. Давай. Блин. И подбил, да, все-таки мне? Мою баллисточку родную. Есть. Это красный тотем, друзья мои. Когда он стоит рядом, он наносит, соответственно, урон. Так, что у нас тут? Так. Ронин. Опять Ронин здесь. А я не знаю, друзья мои. Я, насколько помню, Ронин здесь не первый ходок будет. По-моему, так. А если я ошибаюсь? Не, он, по-моему, не первый ходок. Сейчас проверим. Сейчас, если мы успеем... Да, да, друзья мои, он не первый ходок. Давай через баллисту тогда. И прикрывать, естественно, его щитоботом. Как-то так. И нам везет, что он без истерики, ребята. Ну, это прям топ. Прям вообще шикарно получается. Единственное, что да, ниндзя, ребят. Ниндзя пакостит. Эй, 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 эй. Все, ребят, хана мандрыга пошла. Тотем будет уничтожать. Друидка, ты будешь что-нибудь нормальное ставить там, а?
Так, смотри, 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 смотри. Мы ее шуганули. Ну, блин, мы ее шуганули-то на 3 секунды. Сейчас она обратно полетит. А в этот момент тигр, да? У которого сейчас, ребятушки, 100% будет срабатывать что? Правильно. Нифига он там отлетел. Есть. Все, по-моему, доигрался. Птичкин. Птичкин хрен. Доиграл. Иди. Куда ты выбежал? Мы дойдем сегодня до, блин, до его базы. Как я ненавижу вот это, когда душа эта вылетает. Она вылетает, как всегда, ребят, в самый нужный момент, блин. Давай, 37 секунд. Там не кажется, что слишком часто он и много ниндзя, по-моему, вызывал. Просто одна за другой выползала. Так, ну что, забираем сундук. Ничего прекрасного для нас нету. Ребят, территория роботов. И начинает сразу же с толкателя. Почему сразу с толкателя, а? Нельзя взять какую-нибудь там, я не знаю, букашку, таракашку. Нет, вот обязательно толкатель. Я ненавижу у жуков, ой, у роботов толкателя. И ненавижу у них физкультурника. Блин, я прям на дух, ребят, не перевариваю этих роботов. Прикинь, хотел толкануть. Так, давай, 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 давай. Ну что ты, бомбера что ли не подбить не можешь, блин? Ну, пипец. Я хилею, блин, баллиста называется. Не может бомбера уничтожить. Ну. Давай, давай, прижучивай его. Так, вроде бы здесь норма, да? Ну, довольно, довольно неплохо, ребят. Есть. Запинали. Ну, это опять же первая такая катка была. Еще 4 впереди. Абсолютно ничего не поменялось. Ну, репульсора добавили сюда. Ну, мы знаем, кто такой репульсор. Хотя, ты знаешь, под толкателем, особенно когда он делает отбивные, это, конечно, бесявая фигня. Но я возьму паладина. Так, толкунчик идет. А тогда здесь будем, ребят, вот так вот. Почему он постоянно отталкивает паладина? Так, давай-ка сделаем. Оп! Отлично. Прямо на меня сыграл ураганчик. Вот, и репульсор сразу же одуплился. И этот готов. Все, тут дело за малым осталось. Тут дело за малым осталось. Распетрушили. Так, друзья, энергии нету, блин, на этом отряде. У нас вообще энергии что? Только вот на... Да ладно, ты серьезно? Вот на этих двух... Блин, я даже не смогу пройти, что ли, до портала. Хреново. Ой. Подожди, подожди, подожди. Иди отсюда. Так, 225. Да, Ронин попал. Вот так, кстати, зря я делаю. Вначале надо было убить молотильщика, а потом уже призывать Ронина. Вот, получается, что. Только хотел про это сказать, что так лучше не делать. Опять ту же самую ошибку делал. Ну что ты, блин? Ну ты видишь, что вытворяет, а? Чумуха там. Издалека бомбит, бомбит, бомбит. И, ну это хорошо. Это хорошо, когда так. Ну поехали.
Поехали. Склад, склад роботов. Не, я бы назвал это железная свалка, мусорка. Хотя, судя по тому, что там производство идет такое глобальное, я бы не сказал, что это мусорка. Когда еще репульсор, когда бьет, еще, ребята, оглушение вешает. Об этом тоже не стоит забывать. Во. Это вот, конечно, бесяво. Стоит применять? Да, я думаю, не стоит. Сейчас мы здесь тут так ушатаем. Слушай, ну там последний поединок. Неужели энергии нету, блин? Вообще ни на ком, ни на чем. О, есть, ребятушки. Одна энергия. Блин, ну против термина. Против термина. Ух. Ну это... Это, ребят, я не знаю. Честно тебе скажу, я даже не представляю, как. Дед против термина, наверное, не потянет. Наверное, ребят, не потянет. Я не могу тебе точно сказать, потянет или нет. Это как вот здесь вот, ребята, видал? Чей, как говорится, молотильщик будет шустрее или быстрее. Ладно, дедуль, погнали. Если что, друзья мои, я надеюсь, корни мне помогут. А как ты думаешь, корни мне помогут вообще? Ну вот выйдет сейчас, предположим, термин. А ведь он выйдет, гад. Вот оно, началось, блин. Вот оно началось, друзья мои. Да мы, наверное, нифига не справимся с тобой. Это есть только... Да ты заколебал там уже вжухивать, блин. Понимаешь, вот тут заколебывает вот своей вот этой фигней. Тут вся помощь только, ребята, в молотильщике. Заморозка еще, кстати, поможет, да, ребят? В плане, пык-пык, ты замерзший был. Какой пык-пык, блин? Какое пык-пык, блин? Да я 31 минуту, ребят, я не... Ой, 31 секунду, я... Хотя, подожди. Ну давай, родные, ну. Ой, 8 секунд, ребят, ну я не знаю. 4, 3, 2... Один, нет, не успел. Дерьмище полное, блин. Ну чё, блин, заканчиваю с недопройденной миссией. Три миссии сегодня сфейлил, а? Да не буду я даже сундук этот открывать. Да, ребята. Не очень получилось. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!